друзья. Свирепый динозавр. О, кто это может быть? Иду, иду. Чиву. Я нашла очень большое яйцо. Хотите взглянуть? О! Чиву, у тебя дома такой беспорядок. Лемми, поверь, когда я уходила, тут был идеальный порядок. Думаю, она вылупилась из яйца. Руди, как думаешь, кто это? Я думаю, что это динозавр. Динозавр! Думаю, она меня любит. Посмотрите на нее, она прелесть. Я читал, что детеныши динозавров впервые увиденные в жизни считают своей мамой. Что? Значит, я тогда ее мама. Я ее мама. Ладно, держи. Проказница. Знаешь, что интересно? Хорошо ли заботиться Чиву о динозавре? О, Чиву и малышка отправились сегодня на пикник. Заботиться о ней, как настоящая мама. Потише там, я тут строить пытаюсь. О, детка! Это бабочки! Побежали за ними! Побыстрее. Тебе хорошо говорить, а я пытаюсь удержать баланс. Я победил! Нет, я даже не прикоснулся. У меня очень плохое предчувствие. Это же нечестно, Юху.
Йо-хо, а Лемми, вероятно, прав. Наконец-то мамаша отправилась на поиски своего малыша. Объявился динозавр! Динозавр? Моя детка! Нет, этот намного крупнее. Если подумать, она похожа на малышку динозавра. Ребята, скажите, она же просто громадина! Ты прав, они очень похожи. Думаю, это мама. Наверное, пришла в деревню в поисках своей малышки. Это нехороший знак. Что ты сказал? Ее малышка? Вообще-то это моя малышка. Если ты не вернешь ей малышку, она разрушит деревню. То есть есть одна небольшая проблемка. Почему это я должен выманить ее маму? Потому что ты самый быстрый, и тебя не поймать. Готов, Юху? Я знаю, ты справишься. Мужайся и будь смелым. Похоже, ей все равно. Может, ты прав. Кажется, наш план сработал. Еще как. Босс будет доволен, малышка динозавра. Ой, вот так выпустила газы. Давай уберемся отсюда. Ненавижу искать динозавров. Как же это печально. Вы чувствуете запах? Запах чего? Руди, как ты думаешь, сколько еще нам бежать? Пока они не найдут малышку, нам подадут сигнал. Ты точно уверен? Руди, а как они нам просигналят? Используют это. Я им оставил. Они нам обязательно просигналят. Ты научил их этим пользоваться? Нет, я же не научил их, как это поджигать. Руди!